Добрый день, друзья! Сегодня представляем вашему вниманию опрыскиватель садовый полуприцепной Зубр 2000. Бочка нержавей, колонна К2. Так называемый убийца молдовских опрыскивателей СЛВ. Как видите, друзья, лист обрабатывает с двух сторон. Достает до третьего ряда. Вот так работает наш аппарат. Как ваше мнение по нашему продукту? Нормальный опрыскиватель, все работает хорошо. До третьего ряда достает? Если еще давление добавите до четвертого. Вот так вот работают наши белорусские опрыскиватели. А теперь из этого винограда получается вино, которое хранится в емкостях и, соответственно, в бочках.